Финал конкурса предпринимательских идей собрал на площадке профессионалов и новичков бизнеса, чтобы первые в качестве членов жюри смогли оценить по достоинству инициативы вторых. Прием заявок завершился еще в январе. В ходе первого этапа состоялось представление бизнес-идей. Далее следовал период дистанционного обучения участников по 6 направлениям. В их числе маркетинг, продажи и бизнес-планирование. Завершает областную часть конкурса мероприятие «Финал». В текущем году на Брещине в нем приняли участие 7 проектов. Бизнес-школа ИПМ проводит этот конкурс уже не первый год. И что радует, то с каждым годом число участников и формат самих проектов, масштаб их увеличивается. То есть конкурсанты все более и более плодотворно подходят к этим проектам. И в результате мы видим действительно адаптируемые для экономики Республики Беларусь проекты, которые можно применить на практике. Все участники данного конкурса они получают очень хорошую поддержку предприятий, ведущих Брестской области в данном случае. И для самих предпринимателей это тоже, в принципе, очень удобно. Они выбирают лучших конкурсантов, поддерживают их потом и в результате пытаются реализовывать какие-то актуальные, очень адаптируемые для Беларуси проекты. Направления у проектов самые разные. Это и культура, и производство, и отдых, и социальная сфера, и IT. К слову, организаторы конкурса подчеркивают, на Брещине люди активны, имеющих свои бизнес-идеи и желающих их воплотить в жизнь больше, чем в других регионах страны. Я выступаю с проектом «Центр отдыха для всей семьи Family Dream». Благодаря данному центру люди смогут не только побывать на море, но и получить все его целебные свойства. Там будет янтарная комната и бассейн Мертвого моря, также релакс-комната и развлекательная комната для детей. Этот проект направлен на поддержку молодых мам. То есть я планирую открыть центр обучения шитью и рукоделию, где можно на время занятий ребенка оставить с няней, то есть взять его с собой и заниматься рукоделием, своими делами, а ребенок будет тоже в это время развиваться и не будет скучать. То есть ребенка нигде не нужно оставлять. Члены жюри – представители крупных предприятий и организаций областного центра. Все они не понаслышке знают о том, каково это – притворять проекты в жизнь. А потому к работам конкурсантов подход был строгим, но справедливым. Бизнес, какого направления бы он ни был, уважает сильных и готовых идти до конца. На что будем обращать внимание? На возможность реализации этого проекта, то есть конкретной возможности коммерциализации идей предпринимателя. Это самый главный критерий. То есть мало придумать, надо выйти на рынок и стать успешным. Ну и для этого мы со своей стороны тоже, как одни из партнеры организаторов бизнес-школы IPM, мы готовы помочь начинающим предпринимателям, особенно если это будут инновационные идеи. Уже в мае в столице состоится республиканский финал конкурса. Отстаивать честь области отправятся 3 автора лучших проектов регионального отбора. У Брещины был позитивный опыт участия, и организаторы уверены, что есть все шансы успех повторить. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.